России и достаточно неплохо там выступал. Вот. Ну что ж, посмотрим, что он сможет здесь этому ниндзюцу противопоставить у нас. Да. Так, прямо костюм ниндзя-то я делал. Ну, тетка или мужчина-то все равно дерутся, они одинаково. Стиль-то у них практически одинаково, не считая изменений, которые были добавлены в Tekken 8. Ну что, начинаются какие-то разогревочные движения. Захват уже съеден, там было еще 10 секунд лишь прошло. Какие-то дефолтные пока что. Ты там ай налетел на контрхитовую подсечку там снизу, вторым ударом там стринге в этой, да, немножечко там во. А еще по ногам, никак не дает исключить, смотрите, второй. И по мордасу просто ему щелкнул, да еще раз просто втащил прям. И наказание здесь, ай да камбэк. Камбэкище так какой был, если поначалу это армку этот побили там. А камбэк лютый сделал. Ну стандартно, что ДЕшка разыгрывает в начале через 4-1 там, ЧБ 2-1 там вот эти вот движения в начале. Ой, подсел хорошо, и сразу же, смотрите, на РНЖ. И подкаты не дает отдохнуть, просто практически закомбил, что-то пошло не так. Хотел руки подключить жару, но не получилось у него. А наказание имеется, наказание шодешки тоже имеется. Армором по щам подключается жарища. Тут же дальше продолжает давлеть, но нет. Завив ДБ 2-1. Лежать, говорит. Еще раз, ФФ2 там постоянный. Что делается? Подкат. Вот так вот. Да, слушай, уверенно забирает сейчас два раунда представитель Татарстана. Вот так вот. По ногам еще подкат. Пошла комба уже по грязи. Так, был готов он к этим разворотам. Все идет по плану сейчас у него. Да, действительно, мы видим, комбина максимально пробита. Отойди. Так. Опа, завив. Посмотрите, как контрхиты эти заходят сочно. Как эти нижние атаки попадают. Ты же не готов, как будто таким движением неизвестным. Но это не наказывается, да, тяжело наказать. Опять по мордасу просто с разгона. Захват двойной рвется. Опасно очень вообще. Буквально на одну компу здоровья. Стандартный Raven сетап сейчас произошел. С лаунчером вместо лоу. Не доделают комбину. Может быть специально, чтобы захват сделать. Не знаю, пару тычек остается. Ой, накрывает сверху оппонент своего. Близко, на самом деле, очень близко. Лезут вначале, не боятся, прям лезут наглецы. Ай, завив, конечно, лаунчерешка тут имеется у нас. Комбина с коленочкой. Ой, чуть-чуть пожадничал там, как будто немножко или угол кривоватый был. Ах, завив, ну да F1 нам-то хотя бы подсек. Хорошо, очень интерапит. Армки хорошо влазит очень туда, куда надо. И куда не надо, вроде как тоже лезет, но... Ай, приземлились. Да, хороший степ, и приземлился там. Оппонент головой в землю последний. Финальный раунд начинается. Ай-яй-яй, локтем в глаз. А еще сбегу ему. Наказывать нужно. Хороший дайкинг здесь под ДБ 2. Конечно, отсадиться там под вторым хэм. Что-то не делать, потому что даже ДЕшка комбы стоит, что подропает немножко. Надо собраться, может быть, еще не проснулся. Пора просыпаться тоже, потому что мочит. Шахин-то идет вперед просто. Вообще стремительной прытью. Ничего не стесняется, там и лоу, и КАИ там бьет. Шлешка не везде там садится, даже опасно. Вообще тоже подключил, отменил, но не успел. Просто завив, наказано было таким кинематографичным, красивым, магическим ударом колдуна ниндзя этого, да. Перебил свои тени. Да. Так что наверняка мы его увидим. Кстати, его матч против 2D Girl'а будет вторым. Ну вот на нашу трансляцию после этого боя. Так что боище будет сегодня прям что надо. Сайдстеп и подключение жары. С помощью ладоневого удара. Посмотрите, да, как собаки тогда выпрыгнул. Он криверсал, как будто какой-то был. Ой, бьют Шахина теперь уже по его голове чернявой. Да-да-да, просто за все абсолютно переиграли. Там пару пок, конечно, пропустил. Но полностью намочились мужики мокрые, кисты. Закрывается уже это лол, как бы он пырить ее не начал. Хороший интерапит вот здесь в этом месте, знает, что да, можно пролезть, пользоваться этим, потому что ДЕшке нужно убирать из арсенала этот мув, иначе он будет получать небольшое количество урона там постоянно. Ну, залетает лаунчер, стабильно дропает почему-то камбыша ДЕшка. Как это сточно все. И завив здесь, и тоже пинков вот понадавал немножко. Использует жару для того, чтобы продолжить атаку. Выход в захват с миксапа, но нет, не наказывает коленку это. Тут тоже не наказывает. Специально было сделано это, видимо, там. Ой-ой-ой, плод, есть ярость, есть жара, что ДЕшки все хорошо сейчас. Пару миксапов еще угадать, тут все заберется раунд. Чипую тут, медовую вариацию использую там, зови фрейджар там. Ну это скилл. Проехался по нему. Ну, на воде вот на этой выглядит этот нормальный фрейджар этот. Да, когда там на бетоне катается, уже это как-то немножко фантастично.
Все равно, конечно. Ладно. 4-1. Никто не сделал, да ладно, там могли быть медовые. Хорошо, что. Все хорошо. Ой-ой-ой, как он его за голову там схватил, значит. Нет, не попал. Дэшка все целится, да, локтем. Пытается отойти, тоже, да, попадает какая-то ручонка. Либо герочком там твистит. Но заодно потом и медовая вариация приправляет. Использует часть жары для того, чтобы сделать вкусную комбу. Сам налетает на контрхитовый лол и продолжает получать здесь урон в воздухе. Здоровья очень мало, обоих игроков есть ярость. Использует жару, что Дэшка продолжает дальше атаковать. Выходит миксап, а татычка остается буквально в руке. Нажимает на какую-то кнопку, да. Какая-то там обоюдка на рейнже получилась. На рейнже, точнее, вблизи там что-то они потрейдились. Ну, надо наказывать, конечно, коленку-то эту дурацкую. Что минус 14, она по-прежнему. Да. Да. Сейчас время на 7 части. Вот. Да даже не 7, наверное, своего на части 5. Вроде как да. Пошел плот. Есть небольшая комбинация. Ай, дроп какой-то был. Ничего, еще по ногам там нанесли. Захваты на рейнже жмет, что постоянно тыкает, что-то нажимает. Пасту очень тяжело, конечно. Когда так машут очень много. ДДшка тоже катается там по полу. Уже хоп-кики подключились. Тут ни к чему и не приводит. Здоровья маловато. Подключилась жарища. Поможет ли она ему? Будет видно сейчас. Начинает спейсинг какой-то. Выцеливается, так сказать. Промахивается. ДДшка тоже промахивается коленом. Налетает на контрхитовый улов. Не реализует. Джагл с этой ситуации слишком большой раньше. Уходит на захват сейчас. Ни к чему не приводит он. Миды пошли в атаку. Пинков, шадаешка, сайдстеп, боковой захват, как, красиво, как да. Отлично, шадаешка степает вот этот FF, в общем, вот этот вот, ну, удар с разбега. Два. Линейный. Вот, ну и да, полгода уже практически, если не брать бета-версию. Тэп-1, отойди, говорит. Оп, по ногам. Ну пошел, ой, по грязи пошел, ой, что творит. А тебе медочком просто, и лаунчер, ну дропает комбину, включается жарище у Шахина с помощью армора, дальше продолжает через FF2 настаивать, вот, настигать вот, пошли на нее. Первые вот эти армбрейки, гарбрейки. Опасный захват, и ВС-4 на рейнже просто, и по лежачему бы, и по сидячему попал бы, и по стоячему, как видим, тоже попало. Так, один, ой, как... Постейпил там вот это вот использует, что ДРК часто вот эту технику, я смотрю. Угу. Делают комбы, да, для того, чтобы кто-то там дальше поразводить, ой, мне кажется. Хороший. Шагом по мозгам просто в каждом раунде прилетает. В ответ тоже, да, ему ладонью. Там бьет сразу, ломается, забор просто падает. Это нижний уровень этой карты. Но я думаю, что выживет, но я на руке. Нет, дроп комбинацию. Пользует жару. Левый захват леворучный. И матчпоинт для Шадаешки. Вот, кстати, тоже на чемпионате России Шадаешка жаловался, что у него постоянно комбы дропаются. Послужила причина его неудачи. Ну, надо делать, конечно. Опа! Так. Ой, и лоу там подприправил грязи. Хотел еще дальше подключить жару. Сам получил в пятак просто через ДБ-2-1 там. По башке прямо прилетет. Смотрите, как он прессит, сколько урона было нанесено. Еще и контрхит захват здесь, подожди, говорит, так просто не дамся тебе. Ничего себе. Да, камбэк, очень агрессивно, на Шахине здесь играет RMQ. Да, F1, наверное, нетипично для этого персонажа, мне кажется. Полетит, может быть, сколько урона просто. Завис, нет, не было наказания, тут тоже. Ох, хаевая вариация, там нельзя кнопку-то все-таки жать. Там или хай, или мид нужно прожимать, а... Под хаем сидеть, опасно очень. Даешка просто устремился вперед по забору, просто провез, так сказать, своего оппонента. Ой, сайдстеп хороший, не реализовал. Тут можно было дальше играть, чем много белой жизни есть. Но поможет ли она ему, мне кажется, нет, уже все. Уже не поможет армке ничего в этом бою. Бой окончен в пользу Ниндзи Рейвена. Просто все по сайдстепу, что Даешка, прям как какой-то киберспортсмен. О, так что его мы тоже сегодня на трансляции обязательно посмотрим. Нормально. Будет выступать он против Калибра, против еще одного очень стилового игрока, действующего чемпиона России по компьютерному спорту. Ну, а у нас тут Джека. Джек прилетел в деревню кофейную. Ах, ZDL2, завив такой, сразу с Сонихфангом по щам просто, и жара подключается у строго. Пошел атаковать. Ах, Вик, тут тоже имеется небольшое наказание. Не такое сильное, конечно. Лоу, Пэри, привет. Ты куда-то вдруг тянешь-то? Многие мои железные. Ой-ой. Что-то непотребство небольшое произошло. Пропускает последний удар. Прожигается жара у строго. Комбит он с помощью этой ситуации. Давай до стенки. Массаж там массажирует по ногам. Да еще разочек приправляет. Перчит. Вот.
Твоего оппонента маринует там в конце. Ой, сразу просто так жестко, еще какие-то гарантии сумасшедшие. По ноге тоже ручонка, там уходит подальше, посмотрим, что там строг будет делать. Ай, вейт вот этот стиловский, да, новый использует строгом для того, чтобы закомбить. Так вот, полез до Дагерла промечиво, налетел на Джаглески, там осторожнее, не... По овечке там не попадите, или альпаки, это кто-то там ходит. Зайвив просто, что ты включил-то на таком рейнджере-то свою жару. Господи, как он буска этого, азуки какие по этому по металлу-то, когда бьют. Джек, как все-таки прикольно. Так, кулаки включил Джек. Сразу закрыл, слушайте, закрыл Дагерл первый удар, там прожимается. Конечно, не было наказания почему-то здесь. Дэп, так, лоу там. Наказывает захватом на рейнджере, если вдруг бы кнопка была нажата, а потом тут же на захват налетел. Ого, за вих наказали. Прицелились ручонкой, завалились по голове руками сейчас. Господи, что творится-то вообще? Какая-то дрель прямо. Аккуратно очень начал действовать 2D Girl. Гардбрейк, но не так уж много там было снято после этого. Подключается, жрает, а смерть сейчас, конечно. Ай-яй-яй, дропается комба, просто на ровном месте использует строк, конечно же, эту ситуацию пользует, подключает жару тоже. 2D Girl, буквально тычку нужно нажать, но у него не получается это сделать, его остановили Дик Джепом, а потом просто... Пляж! Убирается пляж. Классный саундтрек, прям все оценили, еще пока не надоел. Не стали не знаю, очередной раз использовать там full сайт из пятой части. Вот, написали все-таки для этой арены новый саундтрек, что здорово. Аккуратно действует срок, но все равно пропускает. Достаточно много каких-то лоу тут. Завив наказывает просто сразу. Подбородок просто в челюсть прилетает жирнейший. Апперкот. Комбиться, конечно, тут использует жару для того, чтобы закомбить посильнее. И захват пропихивает ему туда еще. Очень красиво, да, зарядил магик с этим свой кулак. Ничего себе. Опять не получилось сейчас уже так хитро поймать 2D Girl, а 2D Girl точно сам наказал. Тут дождь продолжает, давли какие-то поки заходят, тут еще несколько ситуаций. Поло попадает, F1-2 попадает тоже, дальше продолжает атаковать, валит просто его оппонента. Новая мета, я смотрю, вот, использует вот эту вот вещь в предыдущем раунде. В предыдущем бою он тоже использовал, кстати говоря. Пощекотал просто подмышки. Угу. Вот, сейчас тут удар по ногам. Мерзкий такой получается удар. Подключается строк жару для того, чтобы... Ой, слушайте, ну сколько уже нанесено было, вообще 2D Girl пропустил просто все после жары там. Ай, контр-хит, сейчас, конечно, будет комбат тут. Конфермил он, что поплыл там оппонента, его нужно было ловить и ловит. Ну, смотрите, что делается, по ногам бьют, пробивается. Тоже блок здесь как будто бы. Одна тычка остается. Ло, сидит строк глубокая вообще засаде там засел. Просто никак к нему не подобраться. Ой, сразу же начали с арморных каких-то движений вот этих трейдщиков еще и заодно. Ну, немножко поднанесли, там дальше еще давлеет. Срок пытался жиру включить, быстро ему выключили. Б1, привет! Прямо прилетает в лобешник этому роботнику просто. Б1, куча дэмэджа с ними получается, вообще, такой поки. Захват разрывается, захват каким-то образом кончается. Метр строго никак, он, мне кажется, его не потратит сейчас. Опа, подключается жарища. Перебивается. Ой-ой, что делается просто, 10-фреймовый, да, по скорости 10 фреймов отправляет. Самый быстрый хит-смеш в игре. Дельфины приплыли. Блять, строго полежать в песок там. И гарантия, огромный тапок. И дальше прыгает еще опасно, как посмотрите, все. Это не что, да, попадает. Надо там присаживаться. Ой, да вы что, строгу нехорошо. На самом деле раунд этот он проигрывает, что он будет делать. Хороший сайдстеп здесь немного реализовывает. Так, выстреливает гардбрейком. Так что же сейчас Дик Джебиком останавливает прыть. 2D Girl. Стоять, Б2, там куда лезет. Ах, опасно очень. Есть. Жара есть. Ой, и все, до свидания. 1-1, а как вы хотели? Как вы хотели? Все-таки, да, чемпион за России 23-го года. Да, показывают у нас 2D Girl то, что есть. Все равно... Ты скелет так не потеряешь, ты будешь даже на другом чаре играть. А потом придет твой чар, и ты начнешь как бы опять. Да. По правилам у нас лузер пик, соответственно, пользуется этим строк, выбирает сейчас арену с далекими стенами, самую большую в игре, это, собственно, арена. А, нет, самая большая арена, кстати, это Якушима. Вот, арена, она чуть-чуть поменьше, оказывается. Опа! Ой-ой-ой! Там еще и комба после этого удара. Горит просто огнем, Джек!
лезет вперед, жмет. Стив тоже горит, Стив тоже не уступает. Наказание, нет, не успел попасть. Очень много белой жизни у Строга, сможет ли он ее восстановить? Добьет, может быть, раньше использует хитсмейдж тоже для того, чтобы продолжить свою атаку. Но она захлебывается в этом роботе, подседает он там под захватом, горит просто. Поле вызывает энергетическое, но Строг это знал. Прицельным ударом заранее там подпрыгнул просто и завалил этого роботика. Хватит тут свои волшебные эти приемы делать. Ой, какая гадость. Ой, да еще разочек. Что делается-то вообще? Так, летит вперед. Ногой. Опасно. Прыгнул назад, посмотрел, что будет делать Строг. Строг не делает ничего. Строг просто смотрит. Бэкдэш. Ай, прилетело. Как гарантии небольшие. Там как-то опять поле включить не подключилось. Б1, привет. Четко и вовремя. Как часы Б1 работает всегда очень хорошо. Да, дэмэджа здесь. Да фига, простите, пожалуйста. Спрингачом хотел вылететь 2D Girl. Нет, спрингкик здесь не работает. Извините, перебил Строг каким-то там DF1 или какой-то другой спринговой. Но опасно очень, на самом деле. Два раунда уже за Строгом. DF2 начинается от Джека лететь. Так, контр-хит такой был, но, к сожалению, не джагл там для 2D Girl. Раньше вроде там джаглетки были. Ой-ой-ой. Так, захват разрывается, лол, закрывается, наказали еще и по чайнику, там по кумполу сверху, да, ручищами своими дальше. Ой, и сейчас еще и просверлят там, просверлят. Осталось здоровье еще Строго, надо добивать. Добил, добил. Трудом, но добил, там подошел. Могло быть перри, но все равно жизни было очень много. Вот это Герлан. Пока эта программа здесь происходит, вот в третьем-четвертом раунде он делает. Вот это подседунца там было, а. Вот это он присел. Апперкотчем отправил полетать. Робота здорового пыли там поглотай, говорит, друг, захват, давно-ка я не делал, как ты к захватам-то относишься, но все очень плохо, здоровья очень мало, летит просто с мельницей с какой-то этой, на оппонента своего. Она, наверное, из самых красивых, таких оригинальных арен, восьмой части, мне прям идея ее очень нравится. Просто джейбиками, смотрите, не дает вообще ничего 2D Girl, захлебывается везде его атака, ничего не дает ударить, ничего не дает нажать. Уже здоровья мало, раунд практически проигран. Плюс страт упал. DF2 просто. Почему бы нет, конечно. Сразу просто наказывает. Соник Фанк включается. Жара, захват разрывается. Они выгодно положение Строг, оказывается. Но, недолго думая, прожимает он кнопку и прав оказывается здесь. 1-0 пока в этом раунде. Ногой просто в жбан. Дальше по кумполу пытается атаковать. Короче, сайдстеп здесь. Реализация не очень хорошая. Но, тем не менее, дэмэдж нанесено. Летит, летит. Джек вперед. Пытается, по крайней мере, лететь. Прилетает по кумполам. Гвардбрейки. Лоу контрхитовый. Перезавес на стенку. Подключается жарища. Дэмэдж наносится. Валяется там просто Джек. Еще и контрхитовый захват заходит. Да что ты будешь делать, говорит Водогирл. Да что ты будешь делать? Так как же мне добраться-то? В1, смотрите, опасно не подойти. А я, говорит, знаю, что там лоу будет. Подсел заранее. Ай, по кумполу. Захват. И вот так вот его туда. Плитку в эту капельную дорогую головой. Так, опять просто по башке, еще раз ногой наступает. А посмотри, сколько урона нужно нанести. О, на Айви какой, ушел немножко, да, опять в этот эвейт, назад оттуда апперкотиком просто встроенным. Жарища подключает стенку, не ломает, невыгодное положение оставляет оппонента головой к нему для того, чтобы помиксапить. Там очень вкусно, дальше жарища идет в ход, но здоровье многовато. Еще Джек, он под хаем там дакает, смотрите, что-то пытается выкабениваться, так сказать. Ай-яй-яй, какой дакинг. Теперь от Строга отпустит ли он сейчас, хватит для дэмэджа? Ну, конечно, массаж, массажирует мощно. Да, и получается достаточно мощный 3-1 в исполнении Строга. Все-таки один будет 2D Girl сумел забрать. Не получилось, как на чемпионате России, где Строг. Вот. У нас, кстати, не так много на чемпионате и на кубке игроков за Драгуновых. То есть, по сути, это клон Фиест, основной представитель этого персонажа. Но результат он показывает достаточно стабильный на протяжении всех наших официальных спортивных мероприятий. Ну что ж, поехали, погнали у нас. Ой-ой-ой, что-то какой-то подлагались на этой арене случилось. Да. О, все, прогрузилось. Да. У нас лаги были. Как у обсерверов. Надеюсь, полетел. Да, полетел. Просто располосовал катаной, даже вон полетели лоскутки. Трубы. Д2, вот. Д2, контрхит. Опа. Подсеканы там, и тут, и дальше там, и режет, и бьет, и по ногам мочит, и ножом, и посмотрите, куда пошел, не надо ходить, никуда запрещено здесь бродить, стена где, к стене, туда его опадет, целый, головой в пол, ой, все хватает урона на все, просто за
Просто мочит, просто мочит. Что такое? Так. Полпеста поднапрёкся там, наверное, немножко. Или что? ДБ-3 постоянно попадает. Просто разгоны. Туда сетапы. Ой, контрки здесь. Ай-яй-яй, что-то подтормаживает у нас, как будто бы игра. Господи, сколько дэмэджа-то там нанесено. Перезавес. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Побили. Все, отпустило. Все. Мы за этим молодым краснодарским игроком. Но у нас здесь пока что второй бой. Клоуфиеста против Хигема. Опа, у 4 вот подключилась. Комба с ней, мини-комба есть. Ай, ножом стоять. Говорит, хватит уже меня лезть. Как ну, хорошо очень работает вообще. Так. Плешечка в джагле. Это классика уже становится. Ай, в конце этим тесаком просто рубит сверху своего оппонента. Белой жизни очень много. Смотрите, сколько белой жизни снимается. Вообще огромное количество. Ее закрывается лоу, наказывается. Вайфу панишем. Не доделает комбу немножко. Сползает оппонент со стены. Хигем видел, что комба не будет работать. В глаз просто прилетает. Кидается он сапогом. Пошел клон Фиеста в атаку. Но Хигем уходит платным сайдстепом. Но ему это не помогает. Заблудился слишком в Йошимитсу. И еще раз кирзачом просто в ухо прилетел. Если оно там у него, этого робота. Так, наказание B22, привет, здравствуйте. Разводка пошла через лоу, конечно, постояли, посмотрели. Вот, урона нанесено много дальше. Еще и тут вертолетиком крутится на вейке. Есть жара, у Кигема она горит. Не забывайте про это. Вот он сразу использует просто кит-смеш сайдстепа для того, чтобы своего оппонента пригласить к стене. И дальше уже немножечко поддобивает. 1-1 становится, закат настает тихонько. Так, ручкой ножа. Куда ты ногами своими кирзачами пытаешься мне бить? Лопери, привет. Да вот Кинет, он в очень невыгодном положении. Клонфест оказался в углу. Его дальше продолжает полосовать. Пытается только это вдоль стеночки, так сказать, по стеночке, да, отойти. Но ничего не получается. В углу дальше продолжает бускать. Огромное количество дэмэджу здесь. ДФ1 в конце добивается соперника. Ногой по ноге. Сразу пытался нажать, там ножом опять Хигем ударить, но не вышло. Крутит всяко. Всякие трюки, двойной захват, убрал руки от меня. Последний момент, буквально по щам прилетает ранец. На самом деле уже там дыхание зловонное. Йошимитсуская пыталась выйти из его пасти роботизированной, но нет, прилетело просто по щам там. B22 нет, использует кит-смеш просто, чтобы дальше прессить, чтобы дальше давлеть. B4-2, к сожалению, D4-2 было лишнее этот. Ну, прилетело там по ногам. Final раунд, дельфины приплыли смотреть. DF2-1 потихоньку там начинает. Ой, точнее, Д2-1. Ой, опасно, очень нужно разворачиваться, поворачиваться. Глад ногой с вертухи просто прилетела. Драгочи сейчас прессят дальше сильным и сильнейшим образом. И по низу дальше кисаком рубит его. У4 нет, ни к чему это здесь. Использует хитмеш, ДФ2 подцепили, не было наказания. Есть плод здесь, и это смерть, скорее всего, сейчас на заборчик там подсадили Драгунова, его шубка, и все, и завалили. Команды регионов до 3 человек, может быть, в них. Так что, если кто-то хочет принять участие в этих соревнованиях, то узнавайте в своих региональных федерациях, когда будут отборочные, каким образом можно попасть в состав сборной своего региона. О, какая разводка на РНЖ, просто нажал Хигем с конферм, я думаю, да, что попало это. Лаунчер мощнейший, очень сильная комба с этого лаунчера у Ёшика. До стены, ну тут уже, да, просто вертушечка из Dragonfly, и до свидания. Тяжело там было кто-то сделать. Так. Надо клоун хоть бой-то возьмет. Интересно, получится ли. Дик джевиками там отбивается. Дебагер на рейндже. Просто хватит махать. А может куда-то он пошел. Сайдстепа там кто-то нажал тоже. Дэмэджа не так много здесь. Но тем не менее неприятно. Последний удар в контрхит. Это невкусно. Это невкусно. Но Хигему очень нравится. Хигему очень вкусно даже. Он подключает еще жару для того, чтобы еще больше урона нанести. И без того по бездыханному практически телу своего оппонента. Подседунство было по Драгонфлайм здесь. Было грамотное подседунство, надо подключать тоже жару здесь сейчас для того, чтобы восстанавливать здоровье. Клоун Фиест, он как может это делает. Наказание здесь не получилось. Завип наказать тоже пытается крутилкой сайдстеп, но уйти не выходит. Захват разрывается. Клоун Фиеста просто давляет, идет дальше. Использует хисмеш для того, чтобы продолжить атаку. Вариации хайовые. И тут просто ручоночка тихонечко добивает. Тихо-тихо, говорит, спокойно. Мы еще поиграем с тобой. Куда ты лезешь там на меня? Ты самурай. Проклятый, я тебе сейчас покажу. Опа! Флешечка подключается, B2-2 туда встроены сразу, жара, выход на разводки, на миксап, и клон Фиеста пока держится, угадал, вроде все, использует жару Хигем для того, чтобы продолжить атаку, и у него это получается, буквально 2 тычки остается клон Фиеста, опасно очень, ручонками пытается добить, 1 тычка, и все,
восстанавливает здоровье, подтянулся под последним ударом, опасно, конечно, делать такие DF 1-4 вообще на лоу рангах только работает, но все-таки могло сработать здесь, наказали тут наконец-то за этот меч, будет какого-то начала 10 хитовиков, естественно, реверсал на последний удар, это еще в третьей части можно было делать так, но использует лоу неблокируемый, здесь попадает, оно и рейндж достает, позволяет сделать это, хотя было далековато, очень с кем не побоялся, сделал все-таки это. Тут подключает жиру для того, чтобы продолжить дальше атаковать, не подать, и Фиеста полез. Получил тут же тесаком по мордасу и умертвлен. Вот ну что ж, да. уверенный 3-0 в исполнении Хидема, прям видно, что мотивирован Алексей. Ну что ж, поехали, погнали, у нас калибр не на Ли Чоулане, кстати, в этом бою выступает, потому что именно на Ли он проходил практически весь этот турнир, но решил сейчас переключиться на Кинга, который принес ему как раз чемпионство, во многом обеспечил. А тут Эдди, а плюхой сразу Эдди прилетает. Так, по ногам закрыли сразу, F4, потом отстань, говорят. Кот, захват двойной по мордасу, просто быстро все. И еще один, просто одна тычка сейчас останется. На! D3, все тут. Что тут, говорит, такого вообще? Ничего такого не было. Все понятно, все абсолютно. По ноге тоже. Ой, куда-то ушел в сторону. Попадает второй удар все-таки здесь. Разбега, лоу там. Делает. Потихоньку подпокивает просто тихонько Эдди по всем фронтам. Захватами приправляет между делом. Все это блюдо свое подает. Так, Эдди пошел. Что-то закрутился, завертелся, подключился. Там у него зеленый знак этот. Это опасно, может быть. Захват двойной. Господи, под яростью добьет сейчас. Конечно же. Ай, промахнулся. И наказывает. Потому что нужно делать рейджарт и не выделываться. Нужно делать рейджарт, конечно. Что если не делаешь рейджарт, может тут кто-то дробнуться, там тихо. Рейджарт на 100% побьет, да, потом возьму 10 раз. Мы победим, так сказать, да. Ой-ой-ой, не так наказывается. Нужно показывать. Эдди здесь, этот момент. Сумбурно, прилетает с разбегами, еще разок, так дальше выходит с Ростовского, оттуда пытался как-то разыгрывать, еще не вышло. Остановили его, не наказали тут эту вещь, ничего страшного. Если не на наказание, там игрок за Эдди ставят просто, ну, ничего не получилось. Кинг и Эдди, первый DLC персонаж. Со спины пытался разыгрывать, нормально флотит, здесь знает, что это можно, может вводить, и стойки здесь калибр. Конечно, пользуется этим. Коленом хотел дать просто промеж глаз Эдди, но он успел закрыть этот капуэрист. Какая-то движуха сейчас. И просто выстреливает ножищами сами дальше, пытается разыгрывать с этой стойки. Ничего не выходит. Выводит его через DF4. Кот. Нормально. Тут еще раннинг там сделал захват. Хорошо. Опять хотел захват сделать. Но захватов очень много. Мы видели. Он залетает дефолт сейчас. Нужно выравниваться. Да, выравнивается. С помощью метра. Да, и все равно не попадает. Слишком угол был кривой. Ой, B33 прилетает. Контрхит. Это вкусно очень. Смотрите, как сильно восстанавливается здоровье после комбы у Эдди. Метр там, говорит, прожигает. Но дальше, чтобы продолжить атаку, но сайдстеп. Ловкий сайдстеп и хоп-кик здесь от калибра останавливает. Прыть. Плакс сейчас здесь. Так, с разбегу пошел дальше. Смотрит, что будет делать. Эдди слишком перезажал по здоровью. Выводит просто. Можно ничего не делать на самом деле сейчас калибру. И побеждает по тайм-апу, да. Просто по чемпионски вот так вот на таймер забрался этот раунд, Вячеслав. Захват, а уйди, говорит, хватит меня захватами этими бускать. Наказание, конечно, за этот лаунчер. Стоять! Куда ты увлекся, мохнатый кот? Тут у меня есть комба. Достаточно мощная, еще и жарище эту комбу догоняет, чтобы она посильнее была. Ой, пошел дальше, использует жару, чтобы не ктануть. Захват разрывается моментально здесь. Залез хотел на голову коту. А вот захват кота не разрывается. По башке ногой. А теперь через единичку. Единичка. Ох. Урвана была, не было плота сейчас. Тут заходит как будто все. Нет, ступер сильно миксует. Эдди закрутил, завертел. Калибр держится, ждет захватом. Просто выходит из этого прессинга. По ногам. Одна тычка буквально остается у обоих монетов. Есть флот здесь с помощью вот этого вот толчка. Такой толчок у кота, да, зафлотил. Он уже практически проигранный раунд все равно затащил. Угу. Пока, по-моему, ни раунда у нас Эдди не забрал. Да. Ни одного. Гарантия. По мозгам просто. Напрягается. Пыжится кот. Так сказать, пыжится. Там встроенный у него какие-то. В этом пыже армор такой встроен. Может туда тоже какие-то удары делать из этого напыживания. Так.
просто бускает по щам еще с разбегу колено и в голову дает опас. B3-3, но не в контрхит. Не наказали там. Использует жару для того, чтобы медовую вариацию здесь. И просто лаунчера на ровном месте. Так по съесу, так сказать, да? На ровном месте просто лаунчером. Почему бы не садануть таким вот анзейфом? Использует жару для того, чтобы до стенки довести. Пару тычек остается. Продолжает дальше атаковать. Ой-ой-ой. Захват использует здесь. Вот ну что ж, первый вот. Раунд у нас забирает Плаксич пока что против своего оппонента. Тяжело. Очень тяжело. По ногам. Все-таки крайне грозный противник ему противостоит. Тоже по ногам. B3-3 мне не сконфермил, на самом деле, не побоялся, ведь это мог бы быть контрхит сейчас. Вот, использует еще раз B3-3, уже в воздухе, она плотит. Комба есть какая-никакая. Комба имеется. DB3 просто в наглую откатал упор, возможно, на контрхит там расчет был. Крингач наказывается. Пару тычек. Что делать? Одна. B3. Снова был контркит. Просто лаунчер на ровном месте. Есть жара, есть метр, есть ярость. Давайте нужно как-то тащить сейчас. Конечно, использовать рейдж-арт, я думаю, даже можно здесь. Но нет, просто избивает. Дальше продолжает атаку свою. Она захлебывается. Нет. Дик Джебик там встроенный был. Ничего себе, что творит, а? Раскочегарился, Плаксич. Да точно, немножко никнейм его, видимо, стиль игры. То есть сначала пропускать, адаптироваться, а потом очень быстро выигрывать. Судя по всему. Ой-ой-ой! Пока очень быстро он проигрывает. По ногам контрхит, дальше миксует. Пошла атака от Эдди. Наказание. Лот кота. B3-3. Мимо одна тычка буквально остается. И вот она просто. Просто олигником. Ну что ж, поехали. У нас Санктум выпадает. Это. Одна, наверное, из самых старых арен еще со времен первого нетворк-теста. Ну а ты при этом до сих пор одна из самых неоптимизированных. Бывают здесь какие-то просадки в FPS, которые на слабых машинах. Но будем надеяться, что мы этого в этот раз избежим. С потолка и звездка аж валится просто на этой карте. Так буцкаются мужики. Эдди пытается нахлестывать. Вот получается у него пропихнуть просто в жбан своему оппоненту. Пяткой дает он своей переобмотанной бинтами. Дальше миксует что-то с их сумасшедшими миксапами. Катается по полу, да. Плотит просто из этой стойки, знает калибр, куда можно влазить. Демонстрирует вот знание матча по своей. Не было наказания, но мог быть второй удар. Захват разрывается, конечно же. Валяется Эдди по полу. Хватит валяться, это конец. Говорит, это конец. Рейджард, конечно же. Рейджард за 10 секунд это... То, что нужно, без, так сказать, не выделываться не надо. Не надо какие-то вот там вот... Пробивание полов, вот это вот все. Просто рейджард одну кнопку нажал, и все. Уже что-то может не попасть. Там кривые волсплаты, и все. И оппонент станет, сделает тебе какой-нибудь ВС-4 и добьет тебя. Б3 пытается, да, конфермить Б3, но как-то он просто, мне кажется, и бросает. Отличный дакинг здесь. Не реализовал. Кстати, сделал хардкор, говорит, а дальше и можно и ничего не делать. Подсел там, а реализацию и пофиг. Захват двойной по башке, еще и синевой приправлен. Этот захват, значит, это четкий ранник там дабл сделан. Четко введено. Все. По ноге. Очень плохо. Ой-ой-ой. Посмотрите, какие пошли миксапы. Подсел. И ВС-2. Жирно, просто мощный. Лапищей, просто кошачий. Печень. Наказал там его. Опять печень хотел лапа этой. Но нет, уже тут не попало. Ох, господи, вейды какие-то, ну ни к чему не приводят вообще вот эти оборонительные сетапы, которые пытаются Плаксич что-то с этим сделать. Просто Гарамыш идет вперед, на него просто давлеет, давит, он использует китсмеш, все в углу, там плохо, у него пару тычек уже остается, ну говорит, что там делает, там, вот DF4 просто, да и все, побеждает. Легко и просто в последнем бою. То есть тут как будто драки не было в последнем бою, но второй бой как бы был интересный. Ну, второй бой, да, на Колизее очень неплохо. Плаксич это отыграл, два раунда забрал, но дальше уже просто калибр на чемпионстерский лар, скажем так, затащил. Не пересекались они, кстати, ни на чемпионате, ни на Кубке России. И будет достаточно интересно посмотреть на их первую битву в официальных турнирах Федерации компьютерного спорта. Ну что ж, поехали, погнали, Мастер Эвен против Стива. Так, ой, контрхит налетели здесь и дальше, хотел еще ногой его туда ударить. Так, гардбрейк, немножко тычек, закрывает лол здесь эту. А вот и Перри здесь, первый раз блок, второй раз Перри, ничего себе, на стену. Использует магию свою волшебную, волшебство ниндзюцу. Со спины разводки тут, посмотрите, какие перепрыжки там сумасшедшие. Отстепили здесь Hellfire этот. Надо дальше атаковать строго, у него есть еще метр, на самом деле он ее не использует. Жара тоже включена, вот и метр подключается, невыгодно положение ШДЕшка, нужно уползать ему от стены, но он налетает на B1, строг перестраивается для того, чтобы
оптимизировать джагл здесь. Стомп, медовая вариация здесь продолжает. Еще один стомп, одна тычка вокально стоит, ДФ1 не попадает. Прожимается кнопка, лол, закрывает эту лол. Ничего себе, гадкая хитрая лол, хотелось невидимым пробить на своим ниндзюцу сапогом там. Опа-на, сальтуха сверху, да, и прокатился по оппоненту. Захват левручно разрывается. Б1, контрхит очередной раз. Сейчас подвешка окажется в углу. Он знает, что он там будет. Нужно что-то с этим делать. Стена не пробьется. Стена сзади, которая ломается, уходить нужно. Да, он уходит снова в нейтрале, оказывается, оппоненты. Ай-яй-яй, вроде как это было пока, но нет, это все-таки Виз строг успел дотянуться этим апперкотом до туда. Захват. По щам надавали нельзя. Вот так, говорит, как мужик делись. Кулаками по-настоящему, не со всякими, а с этими волшебными делами. Так, обоюдка в пользу строго здесь трейд этот. И снова завив здесь этим апперкотищем на железную стену, просто на холодную. На холодный металл бросает оппонента своего захватами друг друга. Но захват строго проходит. Тут одна тычка остается в железке. Сейчас выпрыгивает он с альтухой, но строг просто плотит его. Маленькими нюансами. Победитель этого матча у нас поедет на LAN-финал в Москву 24-25 августа бороться за главные призы. Угу. Подаешь ехать, это недалеко нужно будет. Ничего себе, как он вообще там законтрил эту вещь сейчас. Просто заинтерапил, там буквально наказал эту лол. Казался в положении со спины сейчас ТДФ-ка. Оттуда строку он просто зарядил. Вара! Вара в ответ, стоять, говорит, там в углу находись, не уходи оттуда, на тебе по мозгам. Ах, промахивается сейчас ШДшка, да, ШДшка выстреливает просто своим хит-смешем, захват двойной разрывается. Нету больше жары ни у кого. Тихонько дерутся, лол закрывается. Пару тысяч буквально надо нанести сейчас ШДшке своему оппоненту. И вот она, да, даже одна вот эта подножечка там аккуратненько попадает по ноге. Так. За спины пытается что-то делать, строк уходит подальше. Не надо, говорит, мне тут вот этого всего. Постоянно пытается спины вот это вот нажимать вот этот локоточек. Туда ехать там. Так. Скрауч, скрауч, мы уже пошли в атаку, тоже пошли, так сказать, в арсенал. Потихоньку, потихоньку начинается теки. Начинается аккуратненько все. Опа, медовая вариация тут. Дальше продолжим. Еще немного дэмэджа вычленился этой ситуации. Армор. Гарантия небольшая здесь, подключается жара на рейнже, потому что понимаешь, что нужно давливать гадкая лол здесь, РШДшки продолжает дальше атаковать, ни к чему это не приводит, подключает жару тоже здесь и сейчас использует метр строк для того, чтобы восстановить себе немножко здоровья, выйти в миксап. Гардбрейк здесь немного дэмэджа вычленяет, но тоже теперь уже РШДшка использует жару, ярость горит у обоих игроков, 10 секунд до конца боя остается. Опасно очень, захват праворучно разрывается, конечно же, тикает таймер, стамбы пошли. Вот так вот забирает, забирает. И строг здесь оказывается прав. Ситуация 1-1 по раундам, но очень тяжело, напряженно. Массаж отправляет. Далекий полет своего оппонента здесь строг. Доехка идет вперед, нельзя прыгать, скачет. Не удается ему никак подойти, не удается никак реализовать свою атаку. Она захлебывается буквально об кулачище. Об кулачище этого, этого бойца, этого боксера здесь. Немножко дэшится постоянно строг. Налетает все-таки на хитмешовую атаку. Здесь включается жара, он начинает ее... Пускать реализовать, только вырывается немножко ШДшка, тоже подключает, и тут понимает, нужно что-то делать. Завив наказывает! И смешем это смерть сейчас. Красиво было, красиво. И четко. Так, пол становится огненным, пол становится лавой. Горит огонь, горит. Жара просто. Синевой озаряются кулаки. Гадкая лоу, и она дает в этой ситуации джагл, ШДшка это знает, и джагл уже наготове, но он дропается все-таки, и на Б1 налетает, между делом там строк пропихивает, просто кулачок своей жарищу для того, чтобы дэмэдж увеличить в комбе, массаж на стене, все попадает, дальше стамбы идут, просто ШДшка пытается вырваться, но ничего не получается, очень опасно, стамбами просто строк бросается, просто спамит их буквально. Приводит личность, закрывает эту лоу, откуда знал он, что она будет. И это финальный раунд становится. Так, напрягся Рейвен, телепортировался откуда-то снизу. Закрывает сразу лоу, есть наказание. Тут разыгрывается спины, пытается ШДшку. Ничего не выходит, к сожалению, пока небольшие поки здесь. Рок выдерживает, покает сам по низу. Контрхит здесь, гарантия небольшая имеется. Вроде как на равных пока идут оппоненты. Нейтрал. Ой, трейд жирнейший, просто буцкает мужики. Снова трейд. Что творится вообще? Ах, не было наказания, завив здесь. В оборону уходит ШДшка, тоже пытается аккуратнее играть, захват рвет. Но будкает его на покинге и просто перебивает его, выстреливает чем-то там. Используется хитсмеш, но спрингачом наказывает строк завив. Вот так что не отключайтесь, оставайтесь с нами, все будет хорошо.
лол. Постоянно через DF2.1 там строк вот эту играет, вот эту хайовую, там он миксует ее еще с миновой вариацией тоже, то есть не дает оппоненту. Завив просто стоять, и что, говорит, там вообще делаешь-то? Ты что там, пытаешься ногами своими полмыть или что? Не доделал комбу для того, чтобы как что-то здесь придумать еще, и да, в принципе, получается, что сейчас сам оказывается в очень нехорошем положении, сейчас используется просто какой-то там армор. Ничему не приводит тоже. Подкаты, захваты, все идет, вход вообще, разрываются, захваты на равных идут, на самом деле, понятно. Наказание, одна тычка в шатаешке, медовая вариация на миксапе здесь на вейке, да, приносит один раунд строгу здесь. Лол. Медовая теперь на контрхит. Убежал немножко. Ах, подножечка там, какой рейндж у нее. И здесь Перри тоже имеется, все дыры закрыты, не подойти никак, все пособи, все дорожки, так сказать, охраняются, там, не подобраться никак к шадоешке. Все-таки подобрался, строк все-таки сайдстеп в бочину, просто кулачищем своим ударил, взорвалась стена, благодаря этому комба здесь имеется теперь у строга. Доводка практически до следующей стены, снова в состоянии миксапа анказывает шадоешка, тут же стамбом его туда разогревает, чтобы он понять ничего не успел, по-быстрому там, жара горит у обоих игроков. Господи, он перебил сейчас ему хит-смэш, перебил хит-смэш со шадоешки, что ли. Отличный дайкинг здесь, не было реализации, стена спасла, строго сейчас использует Hellfire свой на последние, уже на последние секунды метра. Захват двойной разрывается, уходит нейтрал, снова оппонента. Нету ресурсов, есть ярость у строго. Все-таки обоюдка на контр-хите, здесь трейд пользуется Сергея. Ну что ж ты будешь делать-то, говорит шадоешка, как же так, не подобраться, ничего не сделать. Матч-поинт строго здесь, вив здесь, локтя. Подключается жара, шадоешки, идет нам вперед, микростепы постоянно. Посмотрите, даже заплотил, и здесь тоже его никак ты, никак, никуда не уйти, никуда не убежать, не телепортируют все твои трюки, все твою магию, я знаю. Захват хоть разорвал. Контрхит здесь, пользу строго, трейд этот в очередной раз. Очень много белой жизни, есть метр. Использует жару строго для того, чтобы максимально прожарить своего оппонента. И, скорее всего, это смерть. Сейчас, если он жагл не дропнет, он не дропается. 3-0 в последнем бою уверенно берет строк. Ну что ж, поздравляем, это был действительно чемпионский бой, хотя я думал, что шадоешка все-таки здесь сможет. На это реагирует. Иногда видно, когда люди играют давно друг с другом, вот какие-то моменты там вообще абсолютно, казалось бы, не предугадать. А вот игрок, который играет с тобой на протяжении какого-то времени, он уже знает, что так, ты так или иначе в какой-то ситуации можешь поступать. Ну, будет видно сейчас, что будет происходить. По ножищам. Ой, контрхит, и в бан просто свет, и искры полетели из глаз, и шмит там вот такого удара. Убери от меня свои руки, ты кошачий, по ноге, закрылается, вот по ноге тоже, кстати, тут закрыл. Так, никак не подобраться, посмотрите, ем, не получается ничего сделать, у него пытается что-то сделать, так, хоп-киком просто стреляет, стоять, лежать, подключил жару. Так, использует жару, теперь калибр, чему не приводит она. Ногой в лицо, F4. Есть еще метр у Хигема. На последний момент он ее использует просто. Все, уже без ресурсов остались. Оба ресурсов нет. Начинается обычный текин здесь, так сказать. Ай, контр-кит. Ай, локтищем там есть. Яра сейчас. О, не смог тоже. Стена спасла калибра. Сейчас очень выгодно. Положение он находится. И Хигем, оказывается, прав здесь. Хлестким движением ловким своей катаны пригвоздил оппонента к стене. DF2.1 это дефолтная тема здесь. Выравнивается к стене. Не довел, чуть-чуть не получилось. Не хватило расстояния. Залом ноги. Теперь уже на другую выходит. Стойку, так сказать, другой вариант там. Нормально так отнял. U4 от гема. А, стена спасла. В очередной раз калибра. И здесь ГС. Кто у нас подъехал? Как там? Себя чувствуешь? Ешемитус, пару тычек у него не сдается, подключает метрище, хилиться некуда, нету белой здоровья, хилиться некуда, здоровья очень мало, выстреливает просто ингейджем там, еще и флотит здесь со стенки, дальше не растерялся, как все развернулось, вообще вроде калибр должен был там побежать, но нет, лоб Перри на последний момент и с разбегу головой туда просто уже поломали всю палубу, разломали, вся она вообще полностью раздолбанная там. А, вроде как отошел, но нет, не отошел. Все-таки попало там по кингу. Так, миксует Драгонфлая. Жирно, так как снова головой в пол и в уголок. Все понятно, спасибо уголку, ты наказан. Нет, не было завеса. Но вот завес с помощью этого удара был. Потому что B1-2 сначала не попал, а потом с помощью другого удара. Так, бьет себя в грудь, жарища. Метр сразу используется, прожигается, чтобы покомбить. Драгонфлай захват.
А, так, об аквариум репы там не пробивается, он непробиваемое бронированное стекло, там иначе бы, конечно же, уже бы рыбки разлетели здесь все по палубе. Ну что, на опасный момент, буквально две тычки у каждого, и Ешемит оказывается прав, он находит способ добить своего оппонента по ногам, там ему с ниндзюцкими туфлями. ДФ-2 оборонительный, очень хороший сетап на ДФ-2 здесь, на РНЖ его сделать очень выгодно, покрашивают практически те опты здесь, что мы видели. Тут как раз куча дэмэджа под Сидунса по вторым ударам, перезавес, ярость подключается тоже тесаком в конце и ДФ-ом 4 просто. Это, вот это многоэтажка с ломающимися полами. Рандомно? Да, именно рандомно. Здесь ее нарулил калибр. Прям повезло в какой-то степени ему. Наверное. Не подобраться к Ешемицу. Там оборонительными поками просто стреляют на РНЖ так, что кот только уст туда свой сунул. Сразу же контрхит получил. Уже в углу находится. Здоровья уже нет. И завив его китсмешем размазывает просто по этим магическим печатям, там через которые не пробраться. Попытка была нажать кнопку, не привела к контрхиту. Повалялся немножко в анимешной грязи кот. ДФ-1 по ногам бьет. Лоу Перри убрал руки-то от меня свои. Говорит, хватит там это ФФН-2 делать. Дыханием зловонным дышит прям коту в лицо. Ты как себя чувствуешь там, кошара? Посмотрите, просто избиение какое идет, калибра. Избиение буквально. За все. Все, озарилась краснотой. Пол хотел сразу же пол проломить кинговской головой, но не вышло. Да, компер имеется здесь. ДФ-2-1 этого кошачьего. Ай, дропнул комбу, ничего себе. Опа-на! Мощная рестлерская рука. Теперь хребтома пол не выдерживает. Пол натиска такого мощного. Проваливается на второй уровень. Там Ешемицу у стены. Холодная сталь, задний хайфель только лишь отделяет его от этого кота, который идет вперед. У кота здоровья много еще. Захвата пол. И следующий этаж ломается. Кошачьей головой показываются они в анимешной пустыне. Теперь, по которой джунта гуляет, гем теряет надежду. Продолжает давлеть. Получает завив просто с колена, с разбега. Ты что, говорит, включил там жарищу-то свою? Зачем ты это сделал, друг? Получай. По мозгам просто коленищем. Как ты там... Опа, разводочки какие. Медовая вариация тут крутится. Снова на вертолетике летает. Лоу там всякие разные отбивается. 1-1 постоянно ножичек. Этот отличный паниш приешка еще иногда. Это понятно, все. Жарищ подключается котом. Микростеп был. Ой, заблудился кот, заблудился. Потому что платный сайдстеп ешь. Под названием, собственно, арена. Арена Текена 8, подседунство и флот здесь под ножичком. Кота, у кота заготовлен джагл на сетку, на железную. Ноги там ломает лежачему Ешемицу, уже пол строки снято. Опасно очень атаковать, потому что может быть флеш, может быть там какие-то эвейды. В принципе, калибр соблюдает небольшую паузу в своей атаке для того, чтобы посмотреть, прочекать, так сказать, что будет делать. Но пока мочит. Мочил, да не домочил. Хлесткий удар меча, невидимый, быстрый, ловкий, самурайский. Просто шмяк. И кот уже сам на заборе висит на противоположной стене. И со здоровьем у него уже хуже, чем было у Ешемицу. Потому что Ешемицу откилился. Использует хитсмеш. Дальше продолжает давлеть, атаковать. Использует жару уже. Калибр для того, чтобы хоть как-то наверстать. Тут же прожигает. И миксап не удается. Подседает, Хигем угадывает там вот это вот невидимые эти ручонки. Ну, кстати, оттуда уже, да, наказывает. Опа, есть плот. И снова к стенке, и снова к забору, и снова туда подальше. Захват двуручный, бросает на стеклянный пол оппонент. Сает Ешемицу, хотел сам захват сделать, не вышло. Далековато все-таки оппонент. Разводочки, Ешемицкие коленочки на рейндже. Там пока не пробить оборону калибра, но он сдвигается к стене спиной. Это значит, что его могут обрезать. О, этот удар очень опасен был сейчас. Калибр наказал его, конечно же, вертушкой просто... Вертолет пошел дальше по усам, коту там хлещет, подключает жарище, кот, снова наказание тебе за этот клёсткий удар, хватит. Попытка была догнать ускользающего Ешемицу, ни к чему она не привела, зато огромный жирный дэмэдж был получен с помощью хитсмеша, вот этого вот мощными руками рестлерскими, кошара просто инопланетному самураю этому по мозгам дает, самурай же пришел в себя здесь. Уже сам нахлестал кошару, дальше разводит, он вертолеты крутит, там никуда не уйти просто. Снова лоу. Опасно очень сейчас. Калибру нужно выбираться оттуда. Подключает жару тоже. Но жара в ответ от Ешемицы была подключена заранее. ДФ-1, рукоятка меча. Пах. Ах ты грязный самурай. Что ты делаешь? Два.
Матчпоинт для Хигема. Тем временем в одном шаге Алексея того, чтобы пройти в финал Кубка России по компьютерному спорту в этом году. Ах, уверенно как идет. Зажег свой меч, зажег свой пистолет. И в спину, и дэмэдж, и лоу. И куча урона здесь снова. Просто размозжил кошару там. Аннигилировал чемпиона России. Так сказать, просто отправил его в сетку лузеров. Говорит, так просто ты по Венерам не пройдешь. У меня пад, у меня пят говна. Блять, и не подпрошался.
Fight.
Блять! Говна кусок. Ладно, собрались. Играет он против серебряного призера этого года. Сандор, я думаю, тоже максимально мотивирован, чтобы закрепить свой успех прохождением в финал Кубка России по компьютерному спорту. Так, выходит Эдди. Раззобанный дом просто. Возле Мишима этой вышки там или где там они, да, находятся на подступах, так сказать. Главному офису корпорации дерут на руинах мужики. Начинает спецагент использовать свои спецприемы. Полосует ножичками своего оппонента, жарит катаной. Ах, отошел в сторону Эдди, начинает пытаться тоже что-то там развить. Получает экспрессион, получает кучу урона, выстрел из пистолета. Попытка ударить ногой, но катаной
в воздухе подсекли Эдика. Не надо, говорит, либо Юрок начать, либо Юрок опасный, очень рейнджовый. Просто летит вперед, нажимается, все залетает. Посмотрите, сколько вообще всего попало там уже по Эди. Страшно представить. Но Эдик тоже, как сказать, не лыком вкрыт. Тоже начинает что-то делать. У него появилось очко зеленое, но, мне кажется, он не сможет он его потратить, потому что, да... Потому что его уже размажут просто по вот этой вот арматуре там бетонной. Mm-hmm. Дают этой же заряду возможность миксапа из хэндстэнс, когда на руках он стоит, ну, у него появляется возможность сделать лоудар, так просто он там лоудар mm-hmm. делать не может. Вот, но с зарядом почему бы и нет. Ну да. Вот она горит, заряд, ноги тоже горят зеленой. Попал просто по репе там Виктору, вычленил джагл, урона достаточно много получилось, надо додавливать сейчас. Но Виктор выводит просто его из стойки там. Комбит все в порядке, знает, как комбит, оптимизирует ее, плоть уже до стенки доводит, прожаривает там все, жара есть, слава богу, можно жарить, подключает жару уже и Эдди здесь. Армор по шапке просто захват, иди от меня, не надо меня трогать, посмотрите, какой удар хороший, а. Да, слушай, хороший, какие-то да. чудеса сейчас цирковые у нас продемонстрировал Виктор своим экспульсионом. Зацепил буквально спиной здесь Эдди, который уже под ним проскочил. Вот, mm-hmm. казалось бы, увернулся, но нет, тут чудеса хитбокс в восьмой части все-таки сыграли определенную роль. И это первый бой у нас уходит в пользу Сандора. Ну что ж, уверенно пока что на Викторе он действует, но и Плаксич тоже не тушуется абсолютно против таких гранд-мастеров вот, на своем Эдди Горда и показывает весьма неплохую игру. Ну что ж, посмотрим, что у нас будет здесь дальше. Игроки готовы стартовать прямо вот сразу, без каких-либо передышек и перерывов. По-прежнему те же самые персонажи и... Карта у нас рандомным образом выпадает Elegant Place. Поехали, погнали. О! Виктор, здесь на этой карте как-то получше смотрится. Прям как-то антуражнее. Вписывается, да, в нее. О, окей, кульбиты. Эдди вытворяет. Ага, С3-4, конечно, знаем мы этот удар на ересь его в то время. Так. Опа, завис. Ты что, говорит, просто в чистом поле лаунчера хотелось. А флюстра там упал. Ах, не довел, чуть-чуть ошибся, потому что комба немножко нестандартная. Наказываю дебаггера. Этого не надо там грубить так, дедушка. Не надо так грубить сильно. Спрингачом хотел стать. Хоп-киком ему перебил туда, иди уедет. Хоп-кик такой, что лежачих даже цепляет. Вот. Поэтому, да, может он себе позволить по лежачим хоп-кикам побить. Начинается спейсинг, начинается текин. И у обоих игроков еще есть ресурсы, не потрачено ничего. Постоянно поджаривает дедок, стреляет с пестика по своему оппоненту. Напоминает Кунает Кунимит, тоже такой быстрый проджектайл через всю карту. Так, ах, промахнулся второй удар почему-то. Начинается уже время-то, по таймапу-то идет. Просто дед начинает такое что-то делать. Подключает жару, не успел подключить. А Эдди просто подпрожарил. Ничего делать уже не надо, да, выиграл, ну, по таймапу. Слушай, четко по таймеру забрал сейчас на лайфлиде, на преимуществе по здоровью. Да, Сандор подхотел подключить жару для того, чтобы закрепить свое преимущество в лайфлиде, но контр-хит лоу не позволил ему это сделать, и... Спал, дал зазу, реализовал свою атаку по полной программе. Дальше продолжает тоже давлять, и посмотрите. И неплохо здесь отыгрывает, выдерживает паузу для того, чтобы закрыть там атаку. Все хорошо, пока ну тут пропускает небольшую стрингу. Вдоль стеночки пятится. Встает на руки. Опа, на блок здесь имеется. Это лаунчер. И пошла комба. Теперь уже по Эдику. О, контрхитовую какую-то. Засунул гадость здесь, да, между делом. Дедушка и не ожидал такой подлянки, что тут засунул контрхита ему. Ой-ой-ой, надо чинить, конечно, такие вещи в игре, я считаю. Потому что был хайкраш, буквально дебаггер должен был попасть эти с этой вещи. Ну, как будто джагл произошел, кстати, справедливость на стороне Плаксич сейчас. Сзади окно, жара, жары пока нет, но дед в любом случае жарит неплохо. И так, ой-ой-ой, просто опол головой. Вот, смотрите, какая дыра осталась, кафель, там как потом ремонтировать. Ломается окно практически уже понутри щит. Буквально еще одна тычка по окну и все. Но нет, с армором выходит из-под окна. Не получилось сделать захват. Использует жару для того, чтобы сразу сделать так баунт, закомбить. И вот уже окно не выдерживает мощности. Да, Эдди тут следующее окно не ломается пока. Ломается, зато черепушка эдиская от такого удара мечом хлесткого сверху и огненного. Аж все цветы там поразлетались, лепестки летят там во все стороны. Просто на стену, на розу, на эти, в клумбу, в эту Эдди там пригвоздили, бьют его, мочат, жарят огнем, просто используется жара для того, чтобы просто максимально чипа дэмэджа забрать. И тут еще и медочек пропускает, лак, бочиной прямо спиной на окно, ломаются все стекла, падают в секретную лабораторию этого Личо Лана.
вырывается все-таки, потянулся под захватом, произошло. Да? Великолепная, великолепная кэрри у Виктора, конечно, может протянуть он вот здесь от стены до стены, но на этой локации как раз перезанавесил, хватило ему Дэна для того, чтобы забрать этот раунд и... Да, и продолжает он дальше делать свои викторские дела, продолжает дальше жалить и стены, еще и медочком тут, кстати, подсолил еще. Одна тычка остается, здоровья уже вообще не осталось совсем, вот она просто ногой. Просто ногой подбежал и сделал. Тебя спортсмена. Вот, и поехали, погнали. Каждый бой сейчас может быть решающим. А, кричит Эдди, а! Так, ножи полетели какие-то тут. Так, господи, господи, бьет, бьет Виктор, просто продолжает, атакует там Эдди. Пытается отбиваться тоже от него там по ногам. Эвейды какие-то, подключается жара, но не использует он тренировок, включается ярость. Ну, может ли он ее сделать? Пару тысяч буквально остается и по низу, просто по низу попадает. Так, следующий бой начинается. Ой, пытается какими-то толчками там бить или чем-то таким. По низу Эдди бьет, лезет вперед. Вот вовремя он вставляет очень армор здесь, Сандра. На самом деле знает, что нужно туда влезть. Делает именно армор этот. Получается интерапит. Так, получается там просто пятками голыми по репе сейчас. Да еще разочек, да и прожигается жара для того, чтобы закомбить. Еще и по полу раз ударили. Б3-3 просто в наглую сует. Контр-хит, оказывается, прав. Сейчас добьет здесь, конечно же. Вот это да. Так просто, говорит, последний бой-то не возьмешь. А возьмешь ли вообще сразу? Ломается пол. Ломается пол на второй этаж, куда стеклянный этот офис, какой-то башни злой, готической, оказывается, они там по низу бьет Эдит. Вот опять уже четко здесь туда, четко контрится, и экспрессионом ломает, и еще недолго они в этой башне-то находились, в руки какие-то сумасшедшие воспоминания, попадая здесь. Стене золотая цепь там огненная какая-то магическая, не дает пройти дальше туда. Ой, подсел, как хорошо же здесь, но не реализовал, к сожалению, эту вещь. Экспрессионом туда клещет. Оп, медовая вариация. Все закрыл Сандор. Все угадал вообще, молодец. 7 миксап Эдди. И по стандартной мете после дебагера. Вот это все нанудит ФС2. Это работает очень хорошо. Уже не первый раз вертушечка третья. Компас дальше пытается загревать оппонента. Эдди тихонько уже локтишками пытается отбиваться. Очень зажался, видно это по игре сейчас зажался. Компасы там вообще летит просто с пол экрана, дышится. Ножами там этими клещется, бьет. Захват леворучный разрывает, уж хоть что-то, хоть как-то. Есть ярость Б4. Лол, атака в контр-кит, гарантированная куча дэмэджа здесь на самом деле было. Под ярость это восстановил здоровье, метр подключил, но уже какой раз сюда влезает в одном и том же месте. Сандор, он знает, что туда нужно пролезть, он знает, что туда можно нажимать, он знает, что это можно законтрить с помощью вот этого интерапта и делает это из раза в раз. Ой-ой-ой, попытался пролезть туда и сейчас, но оказался неправ. Очень опасно на самом деле, один джагл может убить сейчас. Но дебагером, просто дебагером, так сказать, сыграл, не побоялся, дебагер еще и в контр-хит прилетел. Ну что ж, уверенный 3-0 от Сандора, поздравляем его, проходит он в следующий раунд нижней сетки. Ну, тот же Анакин, кстати, не так часто мы его в последнее время видим, где-то в топах. Вот, но зато у нас есть 2D Girl. Представляющий так, на этом турнире Свердловской области и представитель Краснодарского края Твейлфиш, кто из них пройдет дальше, мы узнаем буквально через несколько минут с комментариями Серафима. Температура! Ой-ой-ой, заплотит там неуважение, просто проявляет толчь, полез там и оказался прав на самом деле. Конечно, не подрубается жара для того, чтобы до стенки дотащить, но не хватает все равно кэрри здесь Ларсу. Ой-ой-ой, прожигается жарища, просто в атаку прет, в атаку идет. Теперь еще жара подключается от 2D Girl, сразу на контр-хит насаживает своего оппонента. С помощью трещего мува этого есть комба здесь имеется, конечно же. Ой, жарит по земле там. Восстановил себе здоровье, использует метр для того, чтобы окончательно чипануть оппонента по максимуму. Ой, волсплат, какой жирный, как он просто втащил ему на ровном месте. Вот именно захотел эту опцию сделать, оказался прав, надо же. Так, F1 и по ногам, гарантии всякие здесь. Раскрутил руку, чтобы посильнее ударить и попал. Ой-ой-ой, трейд здесь, но нет, не успел все-таки заплотить тут. Родегер, иначе это было бы жестко. Очень круто подключил жару сейчас Телфиш. Дебагерки по ногам, по низу здесь, захват. Разрывается двойной захват. Вот так вот просто под платным, так сказать, дэшем пролетает. Ларс тратит метр, но пролетает вперед, все равно умрет сейчас. Да, очень здоровья мало было.
не хватило, не выжил робот после такого. Ой-ой-ой, нет, не так сильно наказывается это вообще. Наказывается, Лин давит просто ногами огромными, металлическими ногами, по чайнику просто ручищами, стреляется дальше своими огромными кулаками железными по Ларсу. У него здоровья уже нет, Ларс дебаггерами там бьет, надежды на контрхит постоит. Отличная жара здесь подключается, захват оборонительный ни к чему не приводит, миксует Ларс, дальше идет вперед, использует жару для того, чтобы атаковать, миксует, восстанавливает здоровье, контрхит, захват здесь. Успеет ли Твадагирл жару подключить? Мне кажется, нет, сейчас его будут тут мочить. Да, просто по ногам ему ручонкой там забирают, у него бой. Планы его были провалены все. Не пошло все, так сказать, по той затее, которая была. Попал все-таки ногой, там огромный джек. У F3 в наглую просто, почему нет? А пол просто, да, ломается лавовый пол. Еще дополнительный баунд здесь. Пробивается стенка, нет, ошибка имелась тут. Твадагирл тут же его воспользовался, в свои руки ситуацию резал как мог. Контрхитовый захват тоже стананул, а с этого захвата у робота имеется джагл. Огромный, жирный, мощный джагл по полу, просто продолжает дальше гарантиями какими-то бить. И пробивает и здесь тоже. Хватит ли урона от Фил сейчас? От сверла, точнее. Нет, не хватило. Спрингачом выпрыгивает Ларс, не садится здесь по вторым ударам. Да и не надо, здесь просто лотом аккуратненько. 2-2 становится напряженнейшее противостояние здесь у нас. По гарантии там крутит рукой. Валит еще раз, мы видим этот стап, два раза уже сработает, я думаю, подбудет подключать сейчас жару, нет, волбаунд жирнейший, перезавес, дополнительный урон, и еще куча дэмэджа, ничего себе, даже без метра хватило здесь, не смог Твелфиш вообще. Допустим, который в стенку кидает, вот, но все-таки на бесконечной арене себя более комфортно будет чувствовать игрок за Ларсом. Стандартная комба. Слушай, ну да, до стены не дотащил, но просто с одного джагла очень много сносится на самом деле. Хорошая эти карта, это да, и примечательно, что джагл до стенки не дотаскивает, и продолжаете как бы оставаться в нейтрале после джагла и продолжаете играть в поле. В принципе, бесконечные карты, вот в этом их разница стеночная. То есть геймплей меняется, опции меняются, которыми вы будете пользоваться. Получается, жара тут от Ларса тут же в ответ использует хит-смеш. 2D-герой восстанавливает таким образом полностью себе здоровье. Ну зачем-то подлетает, очень опасно это было. И Твелфиш тоже наказывает этого хит-смешем. Ай, подкат гадкий. Гадкий подкат по песку там подкатился и добил Джека. Так, локтищем контрхитовым. Ух ты, посмотрите, все время закрывает лоу вариацию там. 2D-герой захват разрывается. Дебагерище контрхитовое, что-то нажал там, видимо, 2D. Получится. Ой-ой-ой, кидовод, там удар. Ох, как хорошо было. Захват туда еще пытается совать. То есть очень быстро на моментами 2D Girl в свои руки. Все, берет. Смотрите, сидит заранее, в глухую оборону уходит. Mm-hmm. Так, джебики там. Летит Ларс с платным дэшем. Берет, использует питмеш. Здоровья мало становится у 2D Girl. И захватом еще просто на рендже. Не надо включать, говорит, тут свои вот эти вот жаричные вещи. Захват контрхитовый. Это не что-то. Через DF2 открывает этот бой. Выстреливает просто дальше. Хитсмешевой ручищей. Продолжает атаковать. Ну, захлебнулась атака. Он понимает это. Смотрит, что будет делать оппонент. Использует хитсмеш на рейнже. Пока что дэмэджа очень много было нанесено. Двадагиро просто стоит, смотрит. Только по нему понаносили. И какой раз уже, какой раз сюда сьется армор. То есть или армор сует, или он сует сразу хит, включая же. Раунд, где уже ты будешь бороться за путевку. Вот, в Москву. Так. Дворец. Ну, по той же мете пока что действует 2D Girl. Она, в принципе, нанесла ему один бой этой меты. Посмотрите, сколько тоже нанесено урона. Как бы кто первый как бы начнет, тот как бы и закончит. Как будто бы так. Здесь белый жизни очень много. Добьет ли он оппонента сейчас своего? Да, добивает. Хватает урона здесь. Перфектом просто, да. Прокатился как каток. Просто огромный бульдозер этот роботизированный. Смотрите, поле активировал. Там для атаки, господи, электрическая. Ларс просто идет вперед, Ларсу все равно вообще. Нажимается жарище, захват отстепили сейчас. Теперь жара здесь от робота. Сразу она прожигает, но не попадает она по блоку. Теперь уже жара от Телфиша. Тоже по блоку пока что, по полстарки друг друга подсняли, немножко похилились там. Захват рвется, отличнейший блок. И багеры здесь хватит уже совать мир. Ну, если на стенку закинет, можно убить здесь уже. Нет, на, кривой не склад получился. Да, ну ничего, какой-то мутью там завалил. Какой-то пока там зашла, да и ладно. DF2 просто в чистом поле, как бы, да еще и в цель прилетает просто. Аж полетели зубы там у Ларса куда-то или что там у него отлетело от такого DF2 мощного. О. Валит снова его, снова сверло.
ход просверлил, там пощекотал по подмышкам. Со спрингачом Ларс выспрыгивает просто как Брюс Ли. Ногой в пахаре. И это смерть сейчас. Это смерть, да, это конечно. Смерть, это 2-1. Никто, кстати, что-то под этой ногой не садится. Хотя у нас все идет. Вот один бой в одну сторону, другой бой в другую сторону. Это вот такая вот адаптация на адаптацию просто накладывается. С другой стороны. Но у 2 дегел пока что есть преимущество первой победы в первом бою. Да, он тогда бестеночная карта, да, бестеночная карта, на которой Топер чувствует себя лучше. Видно, что 2D Girl именно его прессинг, именно его метод сделан так. Пошел в контркил. Брастил уже пошел подключать как раз против этих арморов. Это наиболее эффективное оружие в 8-й части. Пара тычек сможет ли носить. Закрывает тут лол, выстреливает сразу. Полетел Ларсятник вперед, подхилился еще немножко от чипа. Но огромный тапок, просто бульдозерский. По гребню Ларс там прилетает. Опа, захват. Нет, говорит, уже пошли обнимашки, как будто, но нет, последний момент не получилось. Нормально это, лол заходит очень сточно. А, какой раз же начал сидеть, ну хотя бы начал там сидеть. Куда ты дебаггеры этими там своими метаешься? Ты, говорит, Ларсятник. Но Ларс идет вперед, Ларс все равно. Ларс дебаггерами просто начал работать, как будто это главный его удар. О, какой степ, хорош, конечно, комба здесь. Так. Достаточно много урона с нее будет получено. Доводки, скорее всего, не будет, но да, не использует жару для того, чтобы вот так вот жарой подсечь просто со спрингач своего оппонента. Очень круто было сыграно на самом деле здесь сейчас. 1-1-1, но нет, наказывается. Дальше тапками бульдозерскими давят Ларса, уже там и видели. Ларс летит там, миксапит, по ногам бьет, дебаггерами клещет, медовыми вариациями приправляет все это, вставляет жару просто в ДО2. Жара! Какая хорошая игра, как все отлично отыгрывает эту ситуацию. Знает, что будет жара подключена у оппонента своего на предикте, делает сайдстеп и лаунчером там заканчивает раунд. Вот пометил, поменял, так сказать, свою игру, еще как поменял. Начал использовать уже вещи, которые подметил сам в действиях своего оппонента для того, чтобы контрить их. Ло, атаки. Аверхеды там летят. Дебаггерами просто не стесняется. Бьет там один или два дебаггера. Все лишь закрылось здесь это время. Ой, обезьяне, атака от 2D Girl'а. Кличищем там. Монстр V4, конечно, надо. Захват рвется из раза в раз просто. Ой-ой-ой, какой смеш хороший. Но что-то пошло не так. Почему пошло? Да, почему комба запролась? Ну ничего. Выстрел ракеты просто с неба, да, прилетела ракета, Ларс там уже убила. Ну что, 2-2 по раунду становится, матчпоинт сейчас для 2D Girl'а выходит у нас. Так, опа, остановил, как он уйдет. Наказания не было, наказать, конечно, нужно там эту вещь подключать, жару здесь, не надо жару сейчас делать. Захватом просто, захватом не блокируем, да. Контрхитов. Вот это мах обезьяне был, просто бац, и все такое на рандом, на отмашку, так сказать, махнул. Ох, плюсы. Валят уже, но нет, все, уже не сработает это. Хорош, армор там будет был. Так, подключает. Рейджард попадет. Да вот ладно, так, что это произошло вот сейчас так, просто да. Здесь? Это фантастика, да. Вот, ну, какие-то, да, стейтины любят на ней разные. Интересные вещи выдавать. Сразу контрхит захват здесь на старте. Он стучал кулаком в железном полбу. Ну да. Чтобы не расслаблялся, говорит, бодрись, говорит, Ларсятник. Опа, вот он, армор здесь сейчас, в эту вещь, как я и говорил. А вот армор уже здесь, а то вот и Герл вспомнил, он тоже, что у него такая кнопка есть. Так. О, хорошо, как влез сейчас. И тут вот это, да, энергетический лоу, да, это смерть сейчас. Это смерть, да. Да, Ларс поджаривает дополнительно под метром там. Некоторые свои ударах немножко нет. Куда пошло? Почему-то не сработал сайдстеп. ДФ2 попадает в свои цели. Цель была голова Ларса, и голова это уже на заборе висит. И там уже по полной маринует Ларсятника. Там и захваты ему пихают туда. Господи боже, что-то пошло не так. Опять дропнулась комба. Не долетает. И этот удар тоже. Остановись, Ларсятник. Как сидеть, говорит, дорогой друг. Получай дэмэджем просто миллион. Одна тычка. Вот она по ноге там. Ручонкой. 1-1 становится. Так, ой, дебагерок, контрхит. Это точно, это мощно, это много урона, много дэмэджа. Доводка до стенки, конечно же, тут куча дэмэджа. Максимальная оптимизация, еще и выход дальше состояния миксапа. Ни к чему этот миксап не привел, подключилась жара. Гадко, когда дегер просто пару урлов там выпустил. Ой-ой-ой, что творит? Такая он заготовочка просто кэнсел хит бёрст там в хит смэш. Да, Ларс попадает тоже ногой, оттуда комба у него имеется. Снова ноги, захваты рвутся, дебаггеры не закрываются. И медочка им просто его стоять. Ну что ж, матчпоинт на сей раз уже для Твелфера.
Так. Опа, ДФ1. Стоять там. Да дебагер какой раз попадает, да, этот проклятый дебагер. Так, он как хорошо, сколько урона с него, посмотрите, дальше выводит состояние миксапа, он тоже в прошлый раз на медовая вариация была, сейчас это лоб, подключается жарища, здесь Довтагиров пытается что-то сделать, платный там дэш, летит на своего оппонента вперед, использует жару максимально для того, чтобы прожечь, типа, ой, и с захватом в конце контр-хит. До свидания, 2D Girl. Ну, 2D Girl может просто прийти в гости, он в Москве вроде живет. Да, так что будем надеяться, что увидим мы его на финалах, как минимум, в качестве зрителя. Вот, Кубка России по компьютерному спорту. Ну, а мы поздравляем 12 с тем, что он проходит в матч за... где будет биться за квот по лузерам. Противостояние двух небескомпромиссных просто игроков, две... наверное, самые темные лошадки нашего турнира. Вот, да, сюжетная катсцена у них есть здесь в начале каждого боя. Ну и поехали, да. Погнали. Оба достойны, наверное, финала. А кто же из них окажется сильнее, мы узнаем буквально минут через 5. Это вам противостояние. Да. Да, контр-хитровый дебагерок, но стенка кривоватая, поэтому, ну, прожечь ее не получится огнем. А вот Рейвен сейчас может Виктора на стенку насадить сейчас. Использует он жару для того, чтобы... свои руки все взять, пока что не получается ничего. Виктор там еще и выхиливается, то есть между делом стреляется он своими тенями, там колдун. Все, остались оба без ресурсов. Начинается самый обыкновенный трекинг. Опа, прошел, видели? Угу. Под выстрелом там, ничего себе. Ах, обоюдочка здесь, пользу продаешь, но жагл не оптимизирован был. Опять что-то дропнулось, там чуть-чуть не дотянулось. Рейвен в этом захват. Плане довольно сложный персонаж, судя по всему. Ножками там время тикает, время идет, дебагерами лоу постоянно отбивается, выстреливает, Виктор продолжает дальше свою атаку, лоу закрывает, что ешка ее просто наказывает тихонечко за 4 секунды до конца боя. Очень жестко. Так, начинается спейсинг, снова выцеливаются оба метра обоих, стреляет там Виктор своим пистолетиком, синевой ТСТ, найс, сайдстеп, здесь ладошкой тут же подключается жарище. Дальше приправляет все этим. О, атаками безостановочно. Просто их туда бьет и бьет все время. Добавляет ингредиенты. Ой-ой-ой, контр-хитовая еще одна ручонка. Здесь доводка до стенки имелась. Но Виктор стоит, Виктор еще есть. Пока Жаран может, наверное, что не сможет. Просто коленой в лоб. Установили. Так, зарядил пистолет. Витек, давай, Витек. Говорит, ай, подкат, гадкий. Пошел, шадеешка по грязи. Да, специально оптимизированная комбинация с переходами двойными в разные стороны. Пока что ни одна стена еще не взорвалась, на стене взрывчатка на них на всех заложена. Жирно было сейчас. Ой-ой-ой. Это, ну, жирно в ответ выстреливает. И Рейвен тоже армором своим использует свои копии. О, перезавес на стену, и это смерть. Просто три безответных раунда сейчас забираешь, и даешка. Ну что ж, слушай, хорош. Несмотря на парижскую карту, то у нас перемещается, любит, знает, умеет и практикует эту небольшую квадратную арену с прямыми стенами, чтобы там уже ничего нигде не дропнулось, ну, на да. Вот, и можно было там просто сваркой своей с плюс 8 прожаривать оппонента в углах. Ой-ой-ой, хорошо. Постепил так, как хорошо, да? На забор. Но не реализовал забор на самом деле. Ну так нанес, еще и тут лоу-то попало на рейндже. Компас синевой, уже постепить не получилось сейчас, отбивается, ДЕшка пытается со спины разводить, налетает на захватом. Так, дальше-то в обоих ресурсов закрывается, не было наказания здесь, за кто захват контр-хит забирает первый раунд здесь, ДЕшка. Загнулся там Витек, улегся. Вот стандартный Рейвен разводки тут. Просто по ноге вместо наказания там не наказывается вообще эта вещь. Может, ногой хотя бы ударить по низу, хоть немножко дэмэджа вычленить там. Еще раз тут уже посильнее урона было по ногам. И тут никак не Витику, не просто в тайминге все, вы посмотрите, не получается ничего сделать у Сандера. Вообще просто ему в тайминге все пробивают. Только он кнопку нажимает, сайдстеп, только кнопку, ему джеб туда. И быстрее, просто дикий запад проигрывает постоянно. Надо что-то менять. Ножом на рейдже. Потыкал немножко там Рейвену. Снова ушел в далекое расстояние. Так, не надо даже пытаться разводить меня с помощью этого. Заранее интерапил туда. Сандер, хорошо. Хорош! Лаунчер здесь в спину туда ему. Куда, говорит, ты? Когда будет разыгрывать у стены, не встает. Подойдет, опять лаунчером. Стоять, говорит, я тебе сказал. Туда я тебе к стене. Ножом тебя еще огненным там лежать. На лежаках на этих будешь сейчас звать. Один порадовал становится.
Так, вертушечка. Вертушка крутая, сайдстеп от вертушка помогает только Хайора, да, небольшие гарантии. Сейчас Фрингачо попрыгивает. Сандер обратно в строй. Я сказал быстро. Быстро вернулся. Быстро встал. Витек. Дальше бьется. Так, локтишечками там его опа. Лоу закрыл эту, не получилось наказать адекватно. Тем не менее, залетела стринга. Последние два удара попали. Стрелец Фрингачом встает уже. Мастер Рейвен и проводит захват. Моментально захват. Леворучка не попадает. Вот. Вперед, аккуратненько. Включается жара сейчас у Рейвена. Точнее, ярость, конечно. Ничего себе, как он отыгрывал эту вещь. Телепорт, а второй не успел ножик, к сожалению, вот этот за... Пырить. Заявить. Так, так. Контр-хит. Жирно будет сейчас. Прямо сало-то сколько, смотрите, нанеслось. Сразу же жару будет дальше сейчас разыгрывать. Будет жарить, конечно. Уходишь на две. Знал, что будет эта гадость. Он был к этому готов. Выпрыгнул с коленки, но заблудился. Рейвен получил сам в хребет сзади со спины. Еще и дебагерок драйвовый просто. Очень больно сейчас не опять, получилось. Опять на Перри сейчас нажал Шадаешка. Да. Опять рать. Снова эта катсцена, так. И поехали, новое противостояние, просто по максимуму мы наслаждаемся руины. Этой битвой, ой-ой-ой, какие-то уже теневые техники здесь, да, пошли. Начал, так, контрхит прилетело, тут что-то неплохо, коленка наказалась, конечно. Ай-яй-яй, по ноге тебе, это сейфовый удар, но по ноге это нет, пистолетный выстрел попал, гляди-ка. Попал пистолетный. Ой, о, дебагерок. Опасно очень, конечно, дебагерок может. Боже, просто по гадости. И дальше просто сразу же шадрешка. Не останавливаясь. Один лоу и за другим сразу же следует еще один лоу, который контрхит попал. Используется метр для того, чтобы больше урона нанести. Но не добивает, промахивается несколько раз. Вообще сумасшедший куда-то заблудился там Расти Рейвен. Это может стоить ему жизни сейчас, потому что Виктор начинает восстанавливать здоровье себе, но нет. Просто весь раунд по ногам. Как бы сказал один наш комментатор, пробил своего оппонента, забрал этот раунд. И снова. Снова по ногам, снова гумпас, армор. Логатки. Ой, на стену налетел, взорвались баллоны. Дополнительный урон, дополнительная возможность нанести дэмэджа здесь будет сейчас. Но нанесено. И еще и вот так вот разыгрывает сейчас. Господи, пару тычек буквально мастер Рэвен на рейнже какие-то непотребства гадости сделать. Пистолетом выстрел, ты не боишься так вот крутиться-то? А, дебагерком. Ну, кстати, это не кунемица, она там сближение не дает от выстрела с пистолета. И дамага там не то, что сильно много. Какой раз сейчас вот этот кулёвский ножом просто вспарывательный удар, так сказать, кишечный, да, вот пробивает там просто все, что можно. А вот теперь уже Рейвен Шадаешка подключил тоже. Тратит жару, Виктор. Вообще просто не стесняется вот такие вот лоуки дать по несколько штук. Град просто ниндзя. Копи пролетает, никуда использует. Сам жару теперь тоже, чтобы миксануть. Но ни к чему это не приводит. На стенку хотел завесить, видимо, с помощью этой ноги. Останется жив после этого захвата. Пару тычек у обоих игроков было подсидуться. Захватом пытался наказать, но не вышло. И гадкая лоу. Вот я говорю, постоянно вот эти вот лоу он за Рейвена пихает по ногам. Вот как-то абсолютно неожиданно они каждый раз вылетают. Сам, кстати, неплохо сблочен. Сейчас дебагер не наказал, к сожалению, спину комбо. Пусть Рейвен и небольшая. Ой-ой-ой, ну конечно лоу надо наказывать эти было, но несколько лоу уже Шадрешка не наказал, вообще совершенно их просто. Это не... Ой-ой-ой, на стене-то его как там присоединил. Но это смерть сейчас будет, конечно, это смерть сейчас будет от Сандора. Да, раунд должен быть его пользу. Да. Без 5 хп перфект и решающий раунд для этого противостояния. Так, на ногу. Вот так вот. Нога умного человека на подъеме. Дебагерками не боится просто стрелять. Ой, спину зашел. Этот ли удар можно было, кажется, можно было больше спину нести урона. ТДшка идет просто вперед. Мне кажется, сейчас эта победа будет его буквально. Да, слушай, это 2-1. Абсолютно не стесняется вообще пихать огромное количество нижних ударов. Вообще ничего не боится. Вот, например, поражение Шадаешки на финальный бой. Ему, возможно, имеет смысл пикнуть какую-нибудь Якушиму. Вот, или другую арену без тем, чтобы избежать вот этих викторовских сетапов. Сразу же просто на жирный лаунчер налетел Шадаешка, кстати, в начале. И уже Виктор под жарой его просто разогревает там по полной программе, как, не знаю, как кипяток там просто дымится, все испаряется. Столько вообще эффектов, всего одна тычка. Нет, это не будет лоу. Ой-ой-ой-ой, стена спасла на самом деле сейчас. Ох. Но все равно продолжает Шадаешка настаивать, включая жару тоже, это понимает. Хитрые видные техники там. Теневого уфора ударов. А Сандор, да, не стесняется, просто берет и дебагер делает. А что не... Опять смотри, его делаешь. Постоянно тебе коленка, контрхит, привет, полетели там. У дедушки. Шарики за ролики.
блока стал ему от такого. Его там по полной разбили все стекла. Жарят, жарят, просто разогревают. Разогревают людь. Ой-ой-ой. Просто зажал у стены здесь, как будто стену уже на пользу самому Рейвену здесь играют. Опять так. Упор на нижний идет. Компас попал. Ой, а, тут еще и пропустил. Перезавес, конечно же. Урона много пропустил сейчас. ВДЕшка здесь. Гарантии с помощью этого. И ой, был готов к спрингачу, в принципе, но реализовал не то, чтобы хотелось, наверное, ему. Не так, как хотелось бы. Начинается с фейсинг. Все. Текин. Пистолет тут имеется. Какой текин? У нас вон пистолеты есть. Что ты? Дебагер просто не боится открывать и разыгрывать постоянно с этой ситуации. Такой быстрый, хлесткий дебагер у Виктора. В случае контрхита еще и джагл будет даваться. Конечно, почему бы не делать. Компас! Жара! Метр! Все. Опа! Степили Hellfire. Есть ярость. Пытается слово разыгрывать. Влезает сейчас в наглую туда Сандор. Оказывается прав. Нужно пару тычек ему нанести. Не получается. Для тебя захват рвутся из раза в раз. 10 секунд на время уходит. Время уходит. Опасно! Захватом просто подключил там что-то. И хватило дэмэджа. Обратите внимание. Матчпоинт, ребята, для Шадаешки в одном шаге. Сейчас у нас представитель Свердловской области от того, чтобы пройти в финал Фонбет Кубка России 2024 года. Не перестает просто по ногам налегать. Вообще просто. Шадаешка все разошелся. Подкаты пошли уже. Все, господи, готов, что он творит? Какой безумие на экране. Просто все это выбирает дэмэдж сейчас для того, чтобы больше урона не было, наказания использует, просто жару жарит просто по полной программе. Сандеру деваться некуда, опасно, очень пару тысяч у него остается. Наказание, конечно, за это. 3-1, слушайте, вот кто бы думал, кто бы мог подумать. Вот, но кто-то наверняка здесь мог все-таки предположить, что именно Шадаешка окажется сильнее в этом противостоянии. Нали. Да, Ли Чоу, ладно, именно на нем он практически весь кубок отыграл. Только против Хидема взял Кинга, к сожалению. Или, к счастью, для Хидема неудачно. Вот, но зато сейчас у него есть все шансы удивить своего оппонента вот этим классным персонажем. Кстати, говорят, очень жесткий Ли у калибра. Ой, две коленки. Две коленки подряд. Просто ларсятник прыгает, скачет. Смотрите, что делается. Опа! Тут, конечно, подключается жарищ. Ой-ой-ой, еще и по низу хотел жару подключить тоже. Там твелфиш или армор хотел нажать, не получается, пока ничего сделать. Отличный сайдстеп. Это может быть смерть сейчас на самом деле. Ты сделаешь все правильно. Хватит ли урона тут? Очень опасно. Ой, ошибся на самом деле. Мог по-другому разыграть там, как на мой взгляд. Теперь калибр-то тебя не отпустит. А, стена спасла. Ой, спрингачом стал. Господи, боже мой, что делается? Это какое-то везение на самом деле было. Джагл он можно было сделать другой. Зал арсятника-то. Ой, полетело, полетело. Жарища, все же. Велфиш идет просто неумолимой поступью. Говорит, как ты меня украл раунд сейчас. Я у тебя тоже по-быстрому хочу забрать его. Ну, жара прожигается, пока тратится метр. Сейчас, скорее всего, она сгорит вообще во время этого джагла. Ну нет, не сгорит, жара останется после того, как Ларс. Станет ли Ларс вообще на ноги в этом раунде? Ай, хайовый вариант, все прогорело, жарище. Ларс танцует, цирковой прыгает, скачет, блайзинг кики там от калибра тоже подключает. Ой, не хватит хп, не хватит. Да ладно, хватило. Это убьет сейчас? Нет, там пиксель останется, пиксель останется здесь. Да! Нет. Слушай, ну я что-то явно не понимаю в этой игре. Вот такие моменты. Так. Не быть, не наказать. Опа! Отработана эта ситуация, конечно. Здесь можно подсесть. У Ларса будет вармор там, так сказать, доводка до стенки, привет, урон. Ой, успел встать, ничего себе, закрыл эту вещь. Все, смотрите, дебагер контрхитовый, здравствуйте. Ларс летит, Ларс берет, опа. Медок еще раз не успел сунануть, там еще посел, сразу прожигается жара, просто давлеет дальше. Нет, не стал давлеть, оттепил захват сейчас калибр. Калибр будет сейчас аккуратно разыгрывать, я думаю, сейчас. Дебагер еще один. Опа, хоп-кик, просто хоп-кик на сайдстепе. Подвихилиться, дропнул джагл калибр. Контрхит хотели, конечно. И раунд в пользу Твелфиха. Я был уверен, что это контрхит. Я думаю, что и калибр, да? Я был тоже уверен, что это в контрхит попалось, но нет. Так. Появляется у нас Хазел здесь. Пытался бы реализовать прям со старта Твелфа. По ногам. Рейдж. Жара.
Опа, ты что там перехват хотел делать? Ай-яй-яй, сработало ВС-3-3 лечо Ларовская очень неплохо. Здесь сработало как раз ударом о пол, как казан. Да. Опа, хороший прыжок здесь тоже имеется. Все, прогорело, все, ултвел пришел уже там. Но он двигается, идет вперед, опасно очень, на самом деле. Медов, медами там бьет, прыжками, смотрите, как сальтухи делает. Тоже прогорела жара у калибра. Плечищем дальше миксует, медовые вариации. Был сайдстеп, здесь есть микронаказание, есть ярость сейчас у калибра. Меды постоянно, посмотрите, стреляется медами там Ларс. Последний хп остается. Опасно очень. Дебагер-то не будет делать. Ло от калибра идет. Нет, все-таки дивагер, но одна тычка остается. В медовую выходит вариант. Прыгает калибр с разбегу. 2-2 становится. Сейчас забирать. Все-таки этот не дает взять бой так просто. Сайдстеп просто и лаунчер за это колено ждал. За локоть, точнее, ждал, конечно, этого калибр. Тут по земле, тому по ногам. Дальше продолжает атаковать. Все очень плохо. Вот Вэд же здесь прожигается. Жара для того, чтобы закомбить, убьет. И сейчас этот джагл спасет ли? Стена не спасает ничего. Здесь перфект последний раунд не забрал. Тот раунд не добил. Реактивный стиль просто он здесь демонстрирует. Вот. И в целом приносит это ему определенные дивиденды. Уже до матча за охвату по лузерам он дошел. Ну что ж, поехали. По ногам начинает чесать обувь. Здесь Ли тоже отвечает примерно тем же самым. Так, опа-на! Так. Летит просто Ларс, посмотрите, прожигает все, что можно было. И здоровье оппонентов тоже через блок прожег по максимуму. Так, 1-0 пока что по раундам тут. Локтем не постепили, сразу на выход миксап, миксап удается. И дальше продолжает просто безостановочно блестить, стоять, говорит, да хватит уже просто миксовать, не надо туда лаунчер тебе. Отрубает тоже метрище здесь. Чтобы как-то дальше. Ой, приземляет армором здесь, дает комбо в этом случае. Дает комбо. Еще какую дает. Полноценную комбо вообще дает. Да, еще и с хитдэшем, там дополнительный дэмэдж опять по плюсам там идет, миксапят со своих стоек бесконечно. Ой! Увлекся, да, увлекся. Да, но, да, да. Ничего. Прочитал хоп-кик просто этот лоу или угадал калибр просто своим хоп-кик коленом. Не наказывается. Наказание, захват разрывается, да. Опа, Латем опять. Миксует все безостановочно. Хороший сетап, на самом деле, сейчас, да, было, нажал какую-то кнопку, там тут Элвиш или в сторону пошел. Рейджар хорош. Убьет. Да. Бьет сейчас. Убьет. Ой. Ну, слушай, это два раунда. Два раунда в пользу Твелша опять. Это жестко. Это жестко. Ну, калибр сейчас будет камбэк теперь, что-то не сказать. Так, дикзэбиком, еще один дикзэбик туда. F1. Опа, по ногам. Пепитал стрелял, уходит в сторону Арсенька этот, ну вот здесь уже ушел в сторону калибр, да, через F3-3-3 там, дропает скамба, у него почему-то лоу закрывается, есть наказание, у F3 в наглую просто, но почему нет, на степе это будет ловить как раз, этим, на это и был расчет сейчас. Ток не включает. Жару, ой, хорош, со степа глаз прямо в игру, по LMG моба просто играет Велфер. Ой, как довел хорошо, грамотно довел. Дальше будет работать. Хороший пегер. Прям очень красиво это было. Вот и три все. Безответных раунда против чемпиона, ребят. Это серьезная заявка, мне кажется. Вот очень приятно, что появляются у нас все-таки в комьюнити такие игроки. Опять астероид, наверное, карта с топовым саундтреком в 8-й части. Хотя, наверное, новая карта может с этим поспорить. Ну ладно, мы возвращаемся на биту. Ой-ой-ой, армор тут вифтал. Не да, казалось, калибр на самом деле агрессивнее стал играть сейчас, он уже не ходит назад, он понимает, что нельзя пропускать, когда просто за вид наказывает за подключение жары. Подключает сам, будет добивать сейчас, конечно же. Да, два пинка просто подряд и все, пока. Хорошо. Пока что-то... Так, попал в контрхит, второй удар, калибр не поверил, там не делал. Подседунство здесь имеется под вторым ударом. У F3 просто наказы там... Опасно очень. Ой, куда, как это опасно будет? Захват разрывает. Нет, таких забор не надо. Вот это говорит. Контр хитово. Ой, можно было пробить на самом деле сильнее. Сейчас это старый джагл сделал сейчас за Ларса там. Хватит, тут что-то, говорит, меня разводит. Стоишь, смотришь, что мне дышит, он говорит ко мне в лицо. На, вот тебе лоухов они. Дружочек, захватился за ножку там. Или еще лан, плохо ему. Так, DF1 и нет. ВС-2, нет, не попало тоже. Ох, блин, СПФ-3 просто, да, ФФ-3 дает жару подключение, то есть хорошо. Продолжает дальше давлять, дебаггерами вертится, мочит. Тоже, смотрите, начал на лоу нападать, использует просто для того, чтобы
миксануть, но не получается. Разрывает захват. Оп, у него есть ярость, у него есть метр, жара. Хороший дакинг тут. Уже не первый раз мы видим, как он дакает здесь. Под яростью наносит дополнительного урона. Не дает калибр ему ничего сделать, не дает атаку реализовать. Все постоянно какими-то поками перебивает, а ему нужно буквально одну тычку нанести. Или две. Вот она нанесена, да. Максимально, кстати, сейчас дэмэдж извлек на из той комбы на стене. Там нельзя было полноценно сделать, но зато можно было пропихнуть после волсклада гарантированно плечо, что отрывыш реализовал. Очень хорош. Через ДУ2 отыграл сейчас. Пол загорелся, опасно, не забываем про пол сейчас, что пол может дополнительный урон дать. Так, пошел разогрева через ФФ4, снова выход и миксап, и куча урона, разрывается захват двуручный с полета, снова через ФФ4 играет, опасно, очень тоже полов пошел здесь, и калибр попадает по нему. Не делает, кстати, ФФ4-3, другое какое-то продолжение, новой восьмой части он здесь использует. ФФ4-2, вот ФФ4-3 было сейчас доделано, не хватило урона, он рассчитывал на то, что это добьет вот сейчас, ну спокойненько лоу-покази, 2-2 по раунду становится, очень жестко, ребят, очень жестко, пол до сих пор не взорвался, да? Так, это уже было, да, сайдстеп. Кто бы в комбе сейчас взрывать этот пол сейчас калибр? Вот он, да. Навешивает взорвал на стенку. Калибру. Ой, сколько сменено там. Куда еще это попало? Медочек тут. Хороший степ. Да, но не реализовал, так жебиками немножко подковырнул. Хватит, говорит, мне тело уже там делать сколько можно. Получай. Вот еще тебе. Миксап. На, дебагер. Ой, хорош. Увидел, Джеби, закрыл. Хватит, конечно. Ну и 2-1. 2-1 в итоге выходит. Играется просто арена Колизеум без стенок. Негде будет прижимать. Вот. Но зато можно здесь свои ларсовские акробатические штучки побегать. Много расстояния, там полетать туда-сюда. Опять через FF4 хотел разыгрывать тоже провипал там DF2. Личо Лана. Не было контрахита здесь. Да, старый добрый сетап, кстати, не доделать вот эту стрингу, потом сануть туда. Вот пик, это еще с таким тактурным это такое делали. На стену, на забор, на холодный. Пятой точкой, дуэф, что насаживают. Дебагер с этими любимыми отбивают. Второй раз уже закрывает этот мисс. Да. Вот очень много он... Очень много он в предыдущем бою их пихал, ты уже адаптировался к этому делу калибр, нужно что-то другое здесь. Использует, например, вот такую контрхитовую коленку, хороший дэмэдж, прям как колено. Сжарло здесь. Отличный интерап здесь от калибра, мы уже видим, какой раз не дает атаки. Атаки развиваться, оппонент, сказать. Так, багерки. Тоже уже агрессивнее стал и калибр играть, я понимаю, что здесь, ну, нельзя очень много, нельзя стоять, не так как бы. Хороший сайдстеп просто, да, и опять. Да. Калибр еще в прошлом раунде, еще в прошлом бою, точнее, подключил вот такой вот более агрессивный стиль, и в целом это приносит ему свои дивиденды, может там залить Улана на контрхиты, хорошо пофижить, но точно так же, как Твелфер сейчас очень хорошо фишит его на сайдстеп Арбласт. Да, очень четненький состеп от базы. Дэмэдж нормальный, комба максимальная, кстати, выполнена была. Максимум дэмэджа нанесено было. Хороший. И здесь дакинг уже несколько раз мы видели это тоже. Такая вот вариация комбы здесь имеется. Через DF3 потом подключил жару сразу же, тоже, чтобы потом продолжить. Да, и да, дэшится платным дэшем просто в лицо своему оппоненту. И туда медочек ему пробивает. А тем временем мы не обратили внимания, что уже матчпоинт для калибра. То есть, да, в одном шаге он от того, чтобы пройти в топ-4 Кубка России и поехать на LAN-финал в Москву. Лоу Перри здесь хватит, блин, после такой жирной комбы. Немножко надо и саму дэмэджа нанести, думает калибр. Подключается. Горища. Но она теперь степится. Калибр помнит, это знает. И смещается слегка в бок для того, чтобы ланчер туда засандалить. Медовый. Наказали медовую вариацию здесь. Так, прожигает жару, чтобы миксануть, но не получается ничего сделать, никак не реализует эту ситуацию. Ой. А вот калибр комбит с помощью своей жары. Добьет ли? Я думаю, что нет, пару тычек еще останется. Очень много белой жизни будет сейчас. И да, и медочек выбрал среди лол, там лол могла добить. Так, опасно! Да, вот так вот просто. Через метроечку аккуратно добирает. Да. Этот раунд калибр и становится победителем, становится четвертым финалистом фонбет Кубка России 2024 по компьютерному спорту в дисциплине файтинг, которая у нас представлена игрой Tekken 8. Ну что ж, все четверо, вся четверка у нас определилась. Твелфер был очень близок, конечно. В какой-то момент показалось, что таки сможет он одолеть чемпиона, но чемпион здесь. Не зря зовется чемпионом, сумел он все-таки проскользнуть
вот, пусть и по нижней сетке, но учитывая формат турнира, то, что у нас гранд-финал, что чемпионата, что кубка играется без братьев Тресета, то прохождение по лузерам, оно не столь критично, вот, как это на других турнирах принято, на том же, например, ТВТ, где у тебя преимущество в один сет, но нет, здесь... у тебя просто чуть-чуть длиннее турнирный путь, и этот турнирный путь будет следующим. У нас по венерам прошли Строк, представитель Ленинградской области, и представитель Республики Хакасия Хигем. Сразятся они в финале венеров 24 августа на ВК-плей-арене в Москве. По лузерам у нас прошли представители Свердловской области Шадаешка. Представитель Томской, два представителя Томской области, ребят, у нас прошли. Вот, это Шадаешка и Калибр. Сразятся они между собой в полуфинале лузеров, потом с проигравшим, соответственно, финалы венеров, и там уже гранд-финал. Я думаю, что вы все это сможете прийти посмотреть 24-25 августа в ВК-плей-арене с комментариями Серафима и Зератула. Да, ну а на этом наш турнир подходит к концу. Спасибо большое всем ребятам, кто нас смотрел на официальной трансляции Федерации компьютерного спорта в их группе во ВКонтакте и ВК Лайв. Соответственно, вы все молодцы. Спасибо большое, что играете Тейкен. Вот, что смотрите наш турнир. Вот, будем надеяться, что все это будет дальше развиваться и... наша сборная достигнет таких новых высот на международных ивентах, куда они обязательно поедут рано или поздно. Все, тогда на этом, наверное, пришла пора прощаться. Всем пока, всем пока. Удачи. Увидимся уже буквально через месяц. До новых встреч, друзья!